Привет, друзья! Сегодня у нас на тесте Гранта Лифтбэк. И не простая, а с автоматической коробкой передач. Такую машину сейчас можно купить примерно за 618 тысяч рублей. Иногда чуть дороже, чуть дешевле, цены постепенно меняются. Но я вам сегодня расскажу, как такую же машину получить бесплатно. И не одну, а три. Досмотрите до конца ролика, обязательно подробно вам расскажу. А пока, собственно говоря, о самой машине. Я на Гранте с автоматом на обновленной еще ни разу не ездил. И мне интересно, конечно, посмотреть сочетание мотора, коробки и, собственно говоря, нового кузова. Морда в стиле Весты смотрится, на мой взгляд, очень хорошо, очень удачно. Но если вы думаете, что фары от Весты, это не так. Фары здесь совершенно другие. И знаете, что самое плохое? Что вместо нормальной лампочки H4 сюда поставили лампу H19. Кто это догадался сделать, я не знаю. Такая же лампа стоит на Ford EcoSport, на Куге, если мне память не изменяет, на кое-каких китайцах, и все. Даже в Москве такие лампочки найти невозможно. Зачем вазовцы это сделали, не понимаю. Я хочу посмотреть на того человека, кто утвердил вообще эту идею. Я уже поездил по темноте, в ночи. Светят эти фары так себе. Поэтому все этой метаморфозы я, честно говоря, не очень понимаю. Мотор. Мотор у машины у данной конкретной 1.6, 98 сил. Ну, в народе его называют приоровским. Ничего здесь нового нет. 16-клапанник, 98-сильный. Правда, есть одно принципиальное новшество внутри, которое не видно. Мотор этот безвтыковый. Все сейчас моторы вазовские 1.6, пока 1.6, все они безвтыковые. То есть в поршне сделаны выфрезерированные выемки, и при обрыве ремня клапана не встречаются с поршнем. Кстати говоря, люди спрашивают, а можно ли в мотор, в этот и в другие в 1.6 поставить новые поршни безвтыковые? Мы на редакционную, на старую Гранту ставили такие поршни, нормально, но это были такие обходные технологии, не заводские. В принципе, там даже пальцы не поменялись, насколько я знаю, поэтому если кому-то уж очень надо, разбирайте мотор, ставьте безстыковые поршни, хотя проще вовремя менять ремень. Ну, в принципе, здесь больше говорить не о чем, наверное, кроме того, что под капотом появился блок управления, естественно, автоматической коробкой передач, но о ней я скажу отдельно. Кстати говоря, приятный сюрприз. Это коллеги мне положили, напоминалочку такую. Это посылка, бандероль, которая пришла к нам из самой Америки, из офиса и штаб-квартиры YouTube, за достижение в YouTube, за активный сбор подписчиков и выпуск роликов. Поэтому спасибо вам, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Подписывайтесь на наш канал, будем для вас делать новые видео и получать новые вот такие знаки. А этот мы для него найдем такое достойное местечко, я надеюсь, в нашем редакционном музее. Спасибо. Итак, автомат. Четырехступенчатый Джатка 414. Не новый, на Гранте стоял такой же. Это старая проверенная коробка, которую ставили на Микру, на Тииду, на другие Ниссаны. И она же стоит на Датсуне, но в паре с 87-сильным мотором. Здесь 98, как я уже говорил. Ничего в ней особенного нет. Старая проверенная и тема хороша. И если сравнивать ее с реношной коробкой DP2, то, конечно, эта коробка лучше. Но я о том, как она работает, я скажу чуть позже. Ничего сложного в управлении нет. Здесь всего несколько позиций. Драйв, 2 и 1. Ну, понятно, да, 1 это только на первой передаче, 2 только не выше второй. И, собственно говоря, кнопка овердрайв. Больше ничего тут и нет. Все. Панель приборов изменилась, и, соответственно, изменилась индикация работы коробки. Если раньше она, значок драйв и передача высвечивалась в правом верхнем углу, то теперь это опустили, циферки вниз, смотрится очень хорошо, прямо над шкалой запаса топлива. Переключаешь позицию, высвечивается драйв и, соответственно, номер передачи. В остальном, в общем-то, в Гранте ничего принципиально нового не появилось. Про салон, про этот мы уже рассказывали не раз. Про что еще? Бардачок здесь. Раньше была отдельная полка открытая, теперь он ее закрывает. Но, по-моему, как она была неудобной, так и осталась. Потому что бортика никакого нет, все сюда сваливается.
Вот этот бардачок, ящик, очень удобный с одной стороны. И прорезиненная даже вставочка здесь сделана. Ну, все вроде бы по уму. Но при этом крышку почему-то сделали, непонятно почему, другого цвета. Сейчас это не видно на вот таком пасмурном, в такую пасмурную погоду. Но вот это один цвет, это другой цвет пластмассы. Здесь вот черный какой-то непонятный третий. Ощущение какой-то недобротности. Вот ощущение того, что салон собрали из того, что было. Почему так сделал, я не знаю. Что еще ушло? Вот здесь был прикуриватель. А теперь вместо прикуривателя просто 12-вольтовый розетка. Подогрев, обогрев лобового стекла тоже был на гранте уже давно. Но если раньше его ставили еще на версии, начиналось с комфорта, то теперь только на более высоких версиях обогрев лобового стекла, а вещичка-то полезная. Я вот уже проверял, работает хорошо. И нити, ну, нити видно, конечно, это такое довольно дешевое решение, но в принципе все равно лучше иметь обогрев, чем его не иметь. Здесь еще две заглушечки, на разных машинах они используются по-разному. Например, на машине с роботом здесь кнопка «Спорт». Ну, такой псевдоспорт. В остальном, я еще раз говорю, все в общем-то знакомо, все известно, даже и добавить нечего. Мне нравится то, что на этой машине, ну, это люкс, это топовая комплектация, есть обогрев сиденья, он одноступенчатый, на весе сейчас трехступенчатый, но одноступенчатый тоже это лучше, чем ничего. Плафон тоже новый, интересен тем, что появилась кнопка с надписью SOS, это система AeroGlonass. Все, полностью встроен блок сюда. Проверять не будем, я уже однажды проверял, девочка отвечает, работает. Хотел бы я присесть сюда, но не буду, потому что вот сиденье отрегулировано под меня, один щелчок остался, я не отодвинул его до упора назад, вот щелчок еще свободен, но я сюда уже не сяду, я могу, конечно, попробовать, но вот в распор, да, то есть, наверное, могу сесть, но как-то, не знаю, это если уж совсем припрет доехать до метро. Тесная машина. Вот как Калина, когда она появилась, уже сколько лет? 14 прошло, да? Как она была тесным автомобилем, как она была похожа на ту старую Корсу, из которой там визуально пытались сделать проект АВА, поскольку стойки завалены вот так вовнутрь кузова, вот она была тесной. Конечно, она такой осталась, и ничего с этим не попишешь. Единственное, что увеличилось за все эти годы, это багажник, поскольку раньше не было версии лифтбэк, да, как вы помните, сначала Калина хэтч появилась, там универсал, седан. Ну, правда, это была Гранта, но неважно, сейчас это одно семейство. И вот лифтбэк, он все-таки багажник повеселее в этой машине. Вот я сейчас хочу вам показать. Багажник открывается кнопкой, как на Весте. Это хорошо. И сам багажник довольно большой. Понятное дело, что стенки уже нет за задними сиденьями, как в седане. Очень удобная полка. Жесткая полка, которую можно вот так сложить или вовсе снять. Вот, прекрасная, очень качественная вещь. Прям как на иномарках, без всяких приколов, говорю, на полном серьезе. Внутри ничего особенного нет. Вот мягкий такой пол и полноразмерная запаска. Ну, в общем-то, от такой машины ничего другого и не ожидаешь. Я на выходных перевозил на этой гранте новую ванну. 170 сантиметров. Честно говоря, влезла она еле-еле. Мне пришлось практически до упора задвинуть передние сиденья, и поэтому я сидел вот в позе эмбриона, вот так практически со сложными ногами. Но тем не менее, сам довез. Багажник закрылся, крышка закрылась вообще без проблем. То есть машина для тех, кто возит всякую ерунду вроде меня, подходит, по-моему, идеально. Есть и приятные мелочи. Например, три подголовника. Не очень высоких. Они не режут полностью обзорность назад, а через внутреннее салонное зеркало. При этом, конечно, поднимаются. Это хорошо. Есть крючки вот такие с обеих сторон для того, чтобы подвесить какие-то сумки с продуктами, например. Плафон освещения. Или вот, например, ремень для среднего пассажира. Очень грамотно сделано. С пластиковой такой накладкой. Она, правда, дышит, конечно, но, тем не менее, все-таки подумали о том, как это сделать. Без экономии тоже не обошлось, потому что вот дверь закрывается вот такой петелькой. В принципе, ну, ничего страшного в этом нет. Петельки есть и на других автомобилях. Прикручена она саморезом. Выглядит топорно. Или вот, например, болты крепления заднего бампера, да,
Ничего тоже страшного нет, нормальное технологическое решение, но они выделяются на фоне красиво покрашенного автомобиля и, ну, явно не добавляют шарма машине. Вот если бы еще в таких мелочах вазовцы потянулись бы, было бы вообще отлично, потому что, если говорить о лифтбеке, на мой взгляд, это самые красивые гранты среди всех. Стремительный силуэт. Стиву Матину удалось и заднюю часть, она всегда была какой-то тяжелой, неприятной на гранте, разбить вот этой черной вставкой, и визуально высокая такая корма стала, ну, менее грузной. Хорошее решение. И накладки вот эти на кузове тоже хорошо смотрятся. И поворотники, которые наконец-то встроили в корпуса наружных зеркал. Правда, на базовых машинах поворотников таких нет. Здесь по-прежнему поворотничек будет в крыле по старинке, но, тем не менее, хотя бы на каких-то машинах это сделано по-человечески. И прежде чем мы поедем, я не знаю, берет это микрофон или нет, но сейчас в салоне стоит такой низкочастотный гул. И в зависимости от того, как стоит машина на перекрестке где-то или на дороге, этот гул то сильнее, то чуть слабее. Очень неприятный, просто давит на уши так, что в какой-то момент у меня даже голова разболелась. Я, к сожалению, не знаю, это особенность данной конкретной машины или это сейчас на всех грантах так с таким мотором. Ну, хочу надеяться, что на других все-таки машинах получше. Ну что, поехали. Автомат. Точнее, вот этот мотор с автоматом, если верить заводским данным, в городе расходует где-то без чего-то 10 литров на 100 километров. Значит, среднестатистически можно прибавлять литра 2. То есть 12 литров в городе, в таком городе, как Москва, будет, это будьте уверены в этом. Вот сегодня я ехал на работу с утра, и в тех режимах, где я на редакционном гольфе привозил 8,5 литров примерно, даже 8 литров вот сейчас по такой, по легкой зиме при температурах около нуля. Сегодня утром я приехал на работу на гранте с расходом как раз 12,5 литров. За городом гораздо лучше, поскольку автоматы есть блокировки гидротрансформатора на 3-й и 4-й передачах, то есть фактически связь жесткая и потери поэтому меньше. Соответственно, в загородных условиях расход заметно меньше. То есть я ездил за, ну, не на большие расстояния, километров 50 от города, 50-100 от города, и приезжал с расходом 7,5 примерно. Не особо экономя, но и не давя на гашетку. То есть это плавная езда с плавным газом, плавные разгоны, плавное торможение, примерно 7,5 литров. То есть дельта очень большая, разбег очень большой между спокойной загородной ездой 90, 100, 110 км в час и между толканием в городе. Поэтому будьте готовы к большим городским расходам. Если верить заводским данным, разгон до сотки, на него нужно примерно 13 секунд. Ну, где-то оно так и есть. Но главное не это, а то, что вот я нажимаю на педаль, и плавное ускорение. Эта коробка работает намного лучше, чем роботизированные коробки на ладах, и заметно лучше, чем работает автомат DP0, DP2 на автомобилях Рено. Тот какой-то дерганный, ненормальный, здесь коробка работает, ну, вообще без проблем. Вот мы разворачиваемся, я добавляю газа, все плавный разгон, плавные переключения передач, и, в общем-то, у меня никаких проблем нет. Единственная реальная какая-то загвоздка такая, нехорошая, заключается в том, что когда едешь на 4-й передаче, 60-70, ты хочешь ускориться, ну, продвинуться вперед поактивнее, занять, может быть, какую-то более удобную позицию, перестроиться. Рассчитываешь на то, что коробка переключится всего на одну ступень, потому что тяги хватает, мотор вообще, в принципе, неплохо сшит с коробкой. Но коробка переключается зачем-то на две ступени вниз. Вой мотора, резкий разгон, тут же третья, то есть вторая передача работает, ну, буквально там 3-4 секунды. Смысла в этом никакого нет. То есть надо с течением времени приноровиться к коробке и к мотору, и нажимать педаль газа именно настолько, чтобы переключения были на третью передачу с четвертой, а не на вторую. Ну или наоборот, тогда уже должен быть уверен, что ты переходишь сразу на вторую, а не на третью. То есть надо ловить. Вот это, пожалуй, единственное, что мне в коробке не понравилось. В остальном
очень хорошо. Если бы я выбирал себе Гранту сейчас, то я, безусловно, обязательно брал бы только машину, ну, либо с механикой, естественно, это вполне понятный выбор, либо все-таки автомат. Робот вообще не моя история, неудобно мне с ним ездить. Хотя вазовцы, кстати говоря, у них такая теория, что большинство водителей, вот традиционных покупателей автомобилей и Гранта, и Веста, они пересаживаются в старых лад, ничего кроме механической коробки они в своей жизни не видели, и поэтому даже робот — это для них счастье. Люди замечают и дергание робота, и его какие-то странные взбалмошные переключения. А автоматическая коробка, вот классический гидромеханический автомат, пусть и четырехступенчатый, работает вот так. Поэтому рекомендую. И тут можно посоветовать только одну вещь. Завод рекомендует менять масло в коробке каждые 120 тысяч километров. Вот здесь большая опасность. Потому что я рекомендую менять масло не реже, чем раз в 60 тысяч километров. И этим вы гарантированно продлите коробке жизнь. И смотрите за тем, ну, по возможности, чтобы коробка не перегревалась. Как только коробка перегревается, температура ползет вверх, на панели приборов загорается индикатор, шестереночка такая, о том, что коробка перегрелась. Ехать дальше можно аккуратно, это не критический вариант, но лучше, чтобы таких ситуаций, конечно, было поменьше. Поэтому не насилуйте силовой агрегат, почем зря, особенно при высоких температурах, ну, когда летом, не знаю, когда 30-градусная жара стоит. Тормоза. С тормозами проблема. На Грант сейчас ставят вакуумник большей производительности, но это не изменило ситуацию. Тормозов либо нет, либо их сразу очень много. То есть я еду, плавно торможу, по идее, уже жду, что вот сейчас начнется интенсивное замедление, но его нет. Дожимаешь до конца, и потом лавина сразу. Вот либо ничего, либо сразу тормозишь очень-очень интенсивно. И это неудобно. Причем неудобно не только мне самому, но вдвойне неудобно пассажирам, которые начинают думать, что я вообще ездить на машине не умею. Это большой минус. Кроме того, это минус особенно по скользоте. Вот сейчас в каких-то поворотах скользких я пару раз попадал в места, где, ну, вы представляете, да? Сначала ты едешь, и вдруг резкое торможение, тут же передние колеса срываются в снос. Приятного, я вам скажу, мало. Кстати говоря, если мы заговорили уже об управляемости, то здесь ничего не изменилось. Это совершенно пустой ноль. В городе по барабану, но за городом, когда едешь в Стольник, машина начинает гулять вправо-влево, все время, вот все время надо держать ухо востро, все время нужно следить за ситуацией. Это, конечно, говорит о том, что шасси Гранты, вот так оно и осталось в каком-то там прошлом веке. Во всяком случае, психологически тяжело к этой машине привыкнуть, если ты уже ездил на более современных автомобилях, даже низкого ценового диапазона. В принципе, если закрыть глаза на многие недостатки, тоже вполне можно договориться и жить с этой машиной. Клиренс огромный для наших дорог, этого ее более чем достаточно. Подберите нормальные шины. Мы поставили Nordman RS2. Ну, так себе. По снегу они гребут, наверное, неплохо, но по вот такому подмерзшему асфальту держат очень плохо. Подберите нормальные шины, и будет вам счастье. В принципе, машина вполне в состоянии решать все задачи, которые перед вами стоят. Особенно лифтбэк вот с таким большим удобным багажником. Ну, и я обещал рассказать о том, как можно получить такую Гранту совершенно бесплатно. Мы, журнале «За рулем», каждый год проводим гран-при, где выбираем лучшие автомобили уходящего года. И каждый раз для наших читателей, для тех, кто проголосовал в этом гран-при, разыгрываем автомобили. Например, в прошлом году мы разыграли две «Весты Универсал». Красивые, с фирменными шильдиками за рулем. Очень приятные такие, замечательные машины, которые, я надеюсь, что до сих пор радуют своих хозяев. В этом году мы разыгрываем три «Гранты». Именно в таких комплектациях. 98 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Скорее всего, это будут разные машины. Наверное, это будет хэтч, седан и лифтбэк. Но это не важно. Гранта, ее можно выиграть. Для этого надо, естественно, быть подписчиком канала «За рулем» в YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь, не забывайте. Как проголосовать можно? В описании этого ролика мы дадим ссылку.
посмотрите, перейдите по этой ссылке и проголосуйте за наиболее понравившийся вам автомобиль. У вас это займет немного времени, я думаю, 5, ну максимум 10 минут у вас хватит. Все, кто проголосовал, попадают в базу данных, и уже скоро мы проведем розыгрыш автомобилей. Голосование продлится до 28 февраля, то есть осталось буквально 2 недели, торопитесь. Мы будем в YouTube повесим ролик о том, как мы разыгрываем эти машины. А разыгрываем очень просто. Мы включаем генератор случайных чисел электронный. И, соответственно, каждой анкете присвоен номер. И выбираем случайным образом вот эти анкеты, присвоенные к этим числам. Мы покажем, кто выиграл. А потом, когда вы приедете на вручение автомобилей, мы сделаем обязательно еще один ролик, покажем хозяев, вас, тех, кто выиграл машины, покажем машины, которые мы вам вручаем, и разместим опять же ролик на YouTube, и вы будете героями нашего очередного романа. Так что не забывайте, что можно выиграть машины, переходите по ссылке, голосуйте, подписывайтесь на канал журнала «За рулем». Желаю вам удачи, счастливо!